Усадьбе Дюрингера в этом году исполняется 100 лет. Об этом хорошем событии жильцы объекта культурного наследия решили напомнить тем горожанам. На газоне перед особняком появилась символичная надпись. Юбилейный год жителей обнадеживает, что, наконец, власти найдут средства на дорогостоящую реконструкцию. Дом-усадьба Дюрингера уже включена в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В июне должен решиться вопрос, в каком объеме и на какие виды работ будут выделены средства.